Боец в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 21 год, рост 175 сантиметров, вес 66,15 килограмма. Профессиональный рекорд 5 побед и только одно поражение. Ladies and gentlemen, he's 21 years old. He stands 175 centimeters tall, official weight 66.15 kilos. Professional record, 5 victories and only 1 defeat. Дамы и господа, из Наманкана, Узбекистан, приветствуйте Зухриддин Гафуров! Его соперник в красном углу, fighting out of the red corner. Ему 22 года, рост 179 сантиметров, вес 66,15 килограмма. Профессиональный рекорд 11 побед, 3 поражения. Ladies and gentlemen, he's 22 years old, standing 179 centimeters tall, official weight 66.15 kilos, professional record. 11 victories and 3 defeats. Дамы и господа, приветствуйте из Тосна, Россия, вот он, Артем Семенов. Ревери поединка Дмитрий Фалуевич. Стоим. Зухриддин Гафуров, Артем Семенов. Прямо сейчас, какая классная поддержка сейчас была у представителя города Тосна. Хорошенечко так покричали трибуны, которые постепенно все больше и больше наполняются от боя к бою. Битва молодых и голодных. Готов. Первый раунд. Ой! Смотрим чуть повыше от Семенов и чуть больше был размах. Рук стол кика начинает. Своя атака за Зухриддина тот же побежал в борьбу. Неплохая защита есть риск треугольника. Из этого положения лежа так туда в ухо набрасывает ему Семенов, пытается прихватить за шею. Нет, таз левой стене удается. Очень плотно работает Зухриддин. Цепкая борьба. В самом начале сюда же не успели вспотеть бойцы. Пытался вставлять там слоги. Безуспешно Артем Семенов стремился против соперника и вывести таз. Пока не получается. Ну, конечно, мы ожидали, что Гафуров здесь будет использовать свою борьбу и не будет особенно тянуть с этим, безусловно. И пока действительно преуспевает, не получается выбраться из-под него Артема Семенова. Да, но при этом он практически ничего не делает. Оппозиция это гарда, такого широкого, открытого гарда. Там контроль корпуса, контроль получается пятой точки. Подрабатывает все время таз под себя Гафуров, и много очков ты здесь не наберешь. А вот как раз удары, пусть и редкие, но все-таки наносит. А Артем Семенов поднимается на кредит. Была опасность от кика, вот сейчас она немножко нивелировалась. Тут прихватывает за ногу уже Семенов, пытается еще сам пробить. И с ударом опускается уже представитель Узбекистана. Вот здесь опасно может быть. Да, левую ногу здорово завел со слэмом. Слегка получилось выйти из этого захвата у Гафурова. Готовил на прием сейчас левую руку как раз на узел плеча Семенов. У Артема очень хорошая джиу-джитсу. 8 побед приемом. Еще раз отмечу. Вот дальше. Да, это тот случай, когда перевести-то, может быть, и получилось, и получилось неплохо. А вот другое дело, как дальше все это развивать и как действовать в условиях того, что твой оппонент неплохой джитсу. Ну что ж, в предыдущем поединке у вас тоже было много борьбы, но она была совершенно иная. Закрывает сверху и заходит в полный маунт Зухриддин Гафуров. Прижимается здесь Семенов, сразу же выводя таз. Есть удары в голову. Да, навкидывает очень неплохо Зухриддин Гафуров. Вот сейчас пытается увеличить амплитуду этих ударов и силу вложения. Нет, не решился. Зухриддин выбрасывает локоть с другой стороны. Не получается, как ногами отрабатывает Артем Семенов. Посмотрите. Просто как руками, честное слово. Разворачивается здесь потенциально арбар. Ищет момент для проведения этого приема, но угол уже не тот. И, скорее всего, не получится. Там же локоть согнул Артем Семенов. Шанс для Артема перехватить инициативу в этом раунде.
И подбирается как раз за ноги, хватает здесь Гафуров. Там целится ему в голову. Очень жестко Семенов. И здесь едва-едва опять не отдает руки. Еще один удар. Скольз. Вот так вот. Продирается сквозь защиту понемногу Артем Семенов. Но опять же ноги на месте. У Гафурова минута 20. Он сверху. Пока у нас получается такой раунд в целом энергичного, но малосодержательного гарда. Да, действительно, и в том, и в другом случае, потому что вот сейчас и, казалось бы, Семенов прихватился, это неплохо, но они так обоюдно взялись, обнялись и ничего пока не могут сделать. Вот только сейчас Семенов предпринимает попытку оттянуться вместе. Слэм. Будет или нет? Да, есть эффект слэма. Кимура там не получается. Дважды атаковал Артем Семенов с высоты собственного роста. Слева еще один удар добавляет. Но я думаю, что вот эти постреливания как раз со стойки по голове со стороны Семенова могут оказаться превалирующими в итоговом оценивании. И рубящий удар сверху не получается. Но соглашусь с тобой, Ром, действительно. Урон оценивается в первую очередь. Необходимо Семенову быть внимательным с ногой. По животу пробил. Возле своего угла, в общем-то, практически Семенов находится. Я думаю, что и вы слышите. Артем по корпусу. Вот здесь. Тяжело совсем. Последние мгновения просто выживает в концовке. Зухриддин Гафуров. Все, перерыв. Бурю, в общем, устроил по итогам этого раунда Артем Семенов под самый занавес. Как-то так захватил эту инициативу. Вот здесь по корпусу такие серьезные удары прилетали. И ценой вот этих попаданий, в том числе, как раз поднимался Зухриддин. И пошатываясь, уже тяжеловато шел в свой угол. Посмотрим, насколько сейчас вообще Семенов будет лететь вперед. Насколько Гафуров будет преисполнен желание побороться сразу с первых секунд. Скорее всего, вот на этих встречных курсах мы сейчас получим раунд. Итак, смотрим. Бросается вперед Артем Семенов. На первых секундах присматривается. Справа на вылет и слева зацепил. Сразу же накрывает сверху. Вау. Подхват шикарный получается под одну ногу. Что дальше? Нет. Поднимаются бойцы. Кажется, Артем Семенов уже все начинает понимать и хочет закончить этот бой досрочно и красиво. Не забываем, бонус 50 тысяч долларов в Лиге ИСИ присутствует. Фулмаунт. И здесь очень многое можно. И, скорее всего, Артем Семенов будет здесь пытаться завершить этот бой досрочно. Левый локоть идет в дело. Справа зацепил. Удары снизу полетели. Пассивная оборона. И на самом деле Дмитрий Валуевич уже близок к тому, чтобы остановить эту встречу. Еще один удар по защите. Не сдается Гафура. Работает Артем. Ему очень важно чуть-чуть увеличить темп. И, скорее всего, этого будет достаточно для досрочной остановки. Активную защиту требует Валуевич. Все. Ликует Санкт-Петербург. 12-я победа Артема Семенова. Дебют 22-летнего бойца из Санкт-Петербурга в лиге ACA получился ударным и успешным. Сегодня не понадобились его болевые удушающие приемы. Сегодня победа техническим нокаутом. Уже вторая в карьере. Поняли? Победа. Да, Дмитрий Валуевич давал шансы Зухриддину Гафурову, причем довольно долго. Смотрим еще раз, как это было.
конечно, перелом, коренной перелом в этом поединке наметился на последней минуте первого отрезка. Дамы и господа, рефери поединка Дмитрий Валуевич остановил бой через минуту и 7 секунд второго раунда. Ladies and gentlemen, your referee in charge, Дмитрий Валуевич, stops this contest at 1 minute and 7 seconds of round number 2. Техническим нокаутом добивание. Победу одержал and your winner by technical knockout punches Артем Симфонов! Артем, несколько слов для твоей публики. Пошумите для Семенова! Отличная победа, учитывая, что у тебя практически все сабмишены. Здесь ты добился технического нокаута. Что дальше? Дальше дела есть небольшие. Как только получится, если вот лига одобрит, или президент лиги. Хочу. Вот. Спасибо большое за то, что дали возможность тут выступить. Очень приятно. Большая честь здесь выступать. Спасибо Тосно, Питер, кто за нас приехали. Давайте пошумим. О, слава Богу за все. Сегодня мы победили. Можно минуту? Внимание, минуту можно, пожалуйста? Эту победу я хочу посвятить Андрею Рахову, огнеборцу, одному из создателей сечи нашего клуба. Он погиб героем. И пока мы будем помнить таких людей, они будут жить вечно, пока мы их помним. Спасибо большое. Спасибо всем, что приехали. Андрей, я знаю, ты на нас смотришь и радуешься. Спасибо всем. Спасибо. Ваши аплодисменты, Артем Семенов!